Ольга чувствует себя виноватой перед Куликовым и решается сделать первый шаг. Саша и Костя пока не разобрались, как вести себя друг с другом после новогодней ночи. Полякову сообщают имя девушки, лежащей в реанимации. Для него это весьма неожиданная новость. Брагин не говорит Марине, что на самом деле заставило его задержаться в Ярославле. А какое у вас сложилось впечатление после просмотра нового сезона «Склифосовский»? Делитесь с нами в комментариях, а также пишите, ждете ли вы новый сезон. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. До скорой встречи!